Всем привет! Полным ходом идет созревание и сбор урожая земляники, клубники. И уже вдоволь наевшись, я хочу вам показать один из способов ее переработки. А именно, я сегодня буду вялить. Делать я буду это в сушилке. Называется она Вольтера 1000 Люкс. Она имеет решетчатые поддоны, сетчатый поддон. Именно на нем я буду и вялить крупноплодную землянику. Если нет у вас сетки, высушивайте на решетчатом поддоне. Я не рекомендую вялить на поддонах для пастилы, потому что все-таки ягода сочная, и на решетке или на сетке она более быстрее и равномернее у вас просушится, ну или провялится. Вялить я сегодня буду такие сорта, как Азия, Альбион сорт. Так, где он у меня? Вот. Сорт Полка. И Зимкуника Купчиха. Предварительно ягоду, конечно, нужно подготовить, ополоснуть ее под проточной водой. Я даю чуть обсохнуть на свежем воздухе. Все, начинаем готовить. Удаляем плодоножку. Ягоду я не нарезаю тонко, но примерно 1,5 сантиметра это точно, потому что при высушивании она, конечно, уменьшится. И чтобы красиво смотрелись слайсы, тонко не режьте. И аккуратно все выкладываем на небольшом расстоянии. Вот примерно вот так я нарезаю. При нарезании лучше всего использовать шинковочную терку. Тогда кусочки получаются ровные по толщине, и она более равномерно просушится. Но если нет, то в помощь вам острый нож. Со всего объема клубники, который был в начале видео, у меня получилось 7 полных поддонов. Но это с учетом того, что что-то обрезалось, что-то съедалось в процессе шинкования. Сейчас я нарезаю купчиху, зимклунику. Я просто разрезаю на две части и буду так ее вялить. Заложила 7 поддонов. Накрываю крышкой и ставлю на вяление при температуре 45-50 градусов. По времени высушивания у всех будет разное. Во-первых, все зависит от температуры и влажности в помещении, в котором будет стоять сушилка. Ну и плюс, конечно, толщина нарезки. Чем толще нарезка, тем, соответственно, по времени будет дольше вялиться. Прошло ровно 9 часов с того момента, как я заложила крупноплодную землянику в сушилку. И давайте посмотрим, что же получилось. При вялении ягоды, конечно, уменьшается ее объем, становится, ну, раза в 4 меньше, так это точно. Почему я говорю, что именно вялю? Потому что если вы полностью высушите продукт, то при разломе он трескается, рассыпается. А когда вялите, видите, она при разломе более эластичная, податливая, ну и при этом с нее не стекает никакой сок. Также я поступаю и с фруктами, с овощами и, конечно же, с ягодой. Для вяления советую использовать только сладкую ягоду. Кислую не берите, потому что при высушивании усиливается не только аромат и сладость, но и кислота. И кислота усиливается больше, чем сладость. Поэтому берите только сладкую ягоду. Здесь у меня сорта все сладкие. Я уже попробовала. Отлично и очень вкусно получилось. Отдельно хочу рассказать о купчихе, потому что я ее первый раз высушивала, вялила, можно так сказать, да? Вот так она получилась. Я ее разрезала на две части. И вот она высохла. Я ее попробовала, и знаете, мне она не очень понравилась в вяленом виде. Объясню почему. Потому что у купчихи сильно выраженные
семена, то есть их такое большое количество на ягоде, и она семянка большая. И мне так кажется, за счет семян, когда ее начинаешь есть, и остается послевкусие небольшой горечи. Я думаю, что это из-за семян. Вот они дают такую небольшую горечь. Но при этом она очень сладкая, ароматная, но небольшая горчинка есть. Поэтому, если будете ее высушивать, чтобы вы знали. Итак, высушивала я на вот таких сетчатых поддонах, но у меня они не все на такой сеточке. И смотрите, как замечательно, что с этой сетки она очень легко снимается. Вообще никаких усилий, она не ломается. Смотрите, как легко. Вот эти сетчатые поддоны — замечательная вещь, особенно когда вы вялите томат на них. Здорово они снимаются. И сейчас поэтому, если есть сетчатый поддон, обязательно именно сушите на них. Никаких усилий. Смотрите, какая получается красота. И это очень и очень вкусно. Идеально подойдет для перекусов, особенно если вы в движении. Детям вместо конфет. У меня уже ребенок отсюда, ну, с полподдона съел. Вот. Это замечательный подарок, если вы идете куда-то в гости, и представьте, что вы приносите не просто какие-то конфеты из гипермаркета, а вот такую красивую вкуснятину, приготовленную своими руками и выращенную на своем огороде. Но чтобы это было не только вкусно, но и красиво, давайте я вам покажу один из способов, как можно ее упаковать, что можно использовать прозрачные пакеты. Этот пакет небольшого объема, имеется застежка. Это точно такой же пакет, только объем уже побольше. Есть также пакеты большой объем, но замка здесь нет. Итак, я буду сейчас использовать маленький объем. Их приобрести можно в любом гипермаркете. Упаковывать можно любую продукцию. Закладываю. Сильно много не насыпайте, чтобы он был чуть больше половины заполнен. Нужно будет слегка выдавить воздух и закрыть. Смотрите, какая красота получается. Это очень быстро и очень удобно. И как приятно человеку получить такой сюрприз. Так, еще один способ хочу вам показать. Здесь уже нам понадобится пергаментная бумага. Отрезаем нужный вам кусочек. И все зависит, какой объем продукции вы будете упаковывать. Здесь тоже все очень легко и быстро, и просто. Смотрите, получается вот такой конверт. Ягода просвечивается, ее видно. Уже красиво. Но теперь, чтобы у нас пакет не раскрылся, я беру бечевку. Пергамент с бечевкой очень красиво смотрится. Или есть еще такая нить, как в виде мочалки. Вот она тоже будет красиво смотреться. Я сейчас все это быстро делаю, но, конечно, надо аккуратненько все, чтобы ровные
круглые были, чтобы это было красиво. Фиксирую и завязываю на бантик. Лишнее отрезаем. Так. Все края вы, конечно, поправите, чтобы все это красиво смотрелось. Смотрите, как красиво получается. Способов упаковки, конечно, продукции у меня очень много красивые. Это я вам уже со временем буду показывать. Ну, как приятно получить такие подарки вашим, допустим, близким. Это не только вкусно, но и красиво. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего и всем пока!